Мы с вами знаем, что закулисье состоит из множества уровней, каждый из которых не похож на остальные. Но знали ли вы, что у этого списка существует обратная, темная сторона, так называемые отрицательные уровни? Чем глубже находится уровень, тем он опаснее и загадочней. Существование их не подтверждено, да и попасть на них практически невозможно. Однако сегодня я расскажу вам обо всех отрицательных уровнях. Поэтому досмотри этот ролик до конца. Может быть, он даже спасет тебе жизнь за кулисье. Дай угадаю, ты наверняка еще учишься в школе, а кому-то из вас даже скоро сдавать ЕГЭ. Обычно в 10-11 классах многие нанимают себе репетиторов, а более прошаренные записываются на онлайн-курсы и просто чилят дома за просмотрами вебинаров. Только вот цены на них, конечно, не маленькие, а за весь курс подготовки сумма выходит приличная. Поэтому вот совет всем, кто сдает ЕГЭ. Все эти курсы сливает в одном телеграм-боте. Можешь прямо сейчас зайти и проверить это. К тому же, если ему отправить слово «подарок», то он даст тебе бесплатный слив курса по итоговому сочинению. А если ты еще больше хочешь сэкономить, то можешь пригласить в него своих одноклассников, ибо в боте работает реферальная программа, с помощью которой ты можешь получать целых 50% от суммы покупок твоих друзей. Так что скорее переходи по ссылке в описании и забирай курсы. В очень редких случаях при попытке с одного уровня перебраться на нулевой, вас таинственным образом может перебросить на уровень минус 0. Теоретически он является первым отрицательным уровнем, однако это очень странное место. В статье говорится, что ее планировка скопирована с желтых коридоров, хотя присутствуют отчетливые визуальные отличия, такие как области с ярко-розовыми оттенком, комната с шахматами, досками и тому подобное. Да и в целом информации об этом месте больше нет, как и самих очевидцев. Возможно, существование данного уровня обычный миф, или, быть может, там скрывается что-то ужасное, скрытое от всех глаз. И думаю, каждый из вас задавался вопросом, а что будет, если проломить одну из стен на уровне 0? Но я бы не советовал вам этого делать, ибо это приведет вас на уровень минус 1. Он представляет из себя буквально бесконечно выкрашенно в белый цвет коридор с дверьми по обе стороны. Первое, что вы заметите здесь, так это то, что жужжание ламп пропадет. Вместо этого вы будете слышать легкие звуки игры на пианино, исходящие из глубины коридора. Чем глубже вы будете проходить, тем громче будет становиться звук, однако тебе ни за что не удастся найти источник. Вместо этого у тебя начнет мутнеть в глазах и появляться странный шум. А что самое странное, за стеной можно услышать телевизионные передачи из прошлого века. Вскоре вы перестанете различать какие-либо цвета, а вдалеке мерещатся люди в деловых костюмах, пока с потолка капает неизвестная жидкость, образуя лужи на ковре. Что будет дальше, неизвестно. Странники, которым удалось вернуться, рассказывали, что в этот момент они останавливались и бежали обратно, поскольку тот ужас, который ждал их дальше в глубине коридора, мог заставить бежать изо всех сил даже самого бесстрашного человека. Основа уровня минус 1 делает его одним из самых маленьких локаций в закулисье, ведь это обычный коридор, протяженность которого ограничена аномальными свойствами, лишь одинаковые двери, встречающиеся через каждые пару метров. Одна из них в конечном итоге приведет тебя обратно в желтые коридоры, но если ты один из тех безумцев, живущий ради приключений и экстрима, то при хорошей удаче одна из дверей приведет тебе проход на уровень минус 2, однако чем глубже, тем сложнее выбраться обратно.
Я надеюсь, ты взял с собой фонарь и миндальную воду, потому что они будут твоими единственными друзьями на дальнейшем пути. Уровень минус 2 состоит из 4 различных областей, и первым является бассейн. Когда ты входил сюда, твой разум был затуманен, и вот ты уже по колено стоишь в грязной воде. Кажется, ты в большом недостроенном подвале. Деревянные лестницы, проржавевшие трубы, висящие провода под напряжением и старые, давно пожелтевшие лампочки. К счастью, а может и нет, подвал затоплен миндальной водой, хотя пить ее точно не стоит. Иногда на пути встречаются кирпичные стены, гаражные ворота, в которых ведут в такие же помещения. Но будь осторожен, некоторые ворота могут телепортировать тебя в другую часть уровня. Но, несмотря на все вышеперечисленное, здесь вполне можно выживать, находя съедобные предметы в старых ящиках, передвигаясь осторожно, дабы не угодить в глубокие места под водой, а самое главное – держаться подальше от темных мест. Ведь тусклый свет от лампочек служит неким островком безопасности, хотя и они иногда выключаются. Остальные области уровня плохо изучены. Известно лишь то, что вторая представляет собой пустые залы из бетонных стен, освещенные синим пламенем, а где-то вдалеке играет пианино. Третья область – это бездна, большая пустота, в которой ничего нет, однако там есть пол, и район этот в основном пуст. Имеется лишь несколько случайных объектов, зачастую являющимися кухонной утварью. Последняя область представляет собой лабиринт живых изгородей с фиолетовыми листьями и такой же фиолетовой травой. Иногда там можно встретить пустые пьедесталы статуй, и больше об этом месте ничего не известно. По слухам, существует еще и пятая область уровня, описываемая как лобби отеля. А мы в свою очередь вернемся в бассейн, ведь именно там можно обнаружить вход на уровень минус 3. При создании этого ролика для меня самым примечательным оказался уровень минус 3. Он не похож ни на один другой уровень закулисья, он необыкновенен как и своей структурой, так и своим повествованием. Вот только статья у него огромная, он претендовал бы на отдельный ролик, что я и решил сделать. Поэтому про особенный уровень минус 3 я расскажу в своем телеграм-канале, ссылка будет в описании. Уровень минус 4 представляет собой большой густой лес, без каких-либо признаков жизни и с постоянно непроглядной темнотой. Изначально ты окажешься в сгоревшем сарае, за границей которого располагается жуткий лес, в котором довольно легко потеряться. Статья рассказывает нам о 4 попытках странников обосноваться на уровне. Первый раз аванпост был построен 5 людьми в километре от сооружения. Им были предоставлены припасы на 2 месяца, однако за второй партией никто не явился. Тело 5 членов были найдены в лагере державшимися за руки, сидящими вокруг ящика с едой. Все указывало на то, что они добровольно решили голодать, умерев без какого-либо сопротивления спустя 5 дней голодовки. Причина такого поведения до сих пор не установлены. Второй аванпост был основан спустя 4 месяца, но на этот раз каждый из 4 человек имел при себе камеру. Подопытные продержались 3 месяца без каких-либо происшествий, но вот на 4-й месяц все 3 волонтера бесследно исчезли. Третья попытка была закончена несчастным случаем пожара, в ходе которого все припасы сгорели, и жители были обречены на голодную смерть в лесу. А 4-я попытка
пытка продолжалась 8 месяцев. Возможно, их фактором столь продолжительного успеха являлось то, что их база находилась около сарая. Тем не менее, тела 10 были найдены убитыми, а остальные 3 были усажены в круг внутри сарая. Они также держались за руки, но на этот раз у каждой жертвы отсутствовали глаза. Браво, ты смог спуститься так глубоко. На этом уровне ты не будешь атакован психически и в целом ты будешь в безопасности, ведь уровень -5 представляет собой безлесный участок равнины, покрытый слоем снега. И единственное, что может с тобой произойти, это обморожение. Каждый раз, уходя вглубь уровня, ты будешь в конечном счете возвращаться в начальную точку, а также здесь находится небольшое бетонное сооружение времен, кажется, Второй мировой войны, используемое как оборонительная система. Через некоторое время ты заметишь десятки бомбардировщиков, пролетающих низко над землей. В этот момент от нисходящего ветра от крыльев может начаться метель, сносящая все на пути, поэтому лучше переждать некоторое время в сооружении. Однако, войдя вовнутрь, ты попадешь в странный коридор, похожий на уровень -2, с кроваво-красным светом, а на стенах висят плакаты с повторяющимися текстом. Новый год 1945. Длина самого коридора неизвестна, но если войти в него очень глубоко, то однажды ты провалишься на нижний уровень. При попадании на уровень -6 ты обнаружишь, что он состоит из системы пещер и туннелей. Освещение здесь также есть, но чем глубже, тем оно будет встречаться реже. А если ты хочешь выжить, то тебе придется спускаться вниз по линиям шахт, ибо достоверного выхода с уровня 6 нет. Предположительно, он находится очень глубоко. К тому же здесь нет абсолютно никаких припасов, лишь груды камней, деревянных опор и редкие коробки спичек. Спускаясь все глубже и глубже, в один момент свет пропадет полностью, а любые источники света не смогут давать достаточного освещения. И в полной темноте тебе надо будет найти карьер глубиной в несколько километров, на дне которого, возможно, находится выход. Уровень -7 представляет собой заброшенный город из постсоветского пространства, окруженного непроходимыми лесами и болотами. Главной особенностью этого места является высокий радиационный фон. Продвигаясь вглубь города, меж пустых высоток будет стоять разрушенная атомная станция, откуда еще до сих пор исходит смертельно опасное излучение, а странники, бывавшие здесь, упоминали, что этим местом словно кто-то контролирует, в особенности в центре города, из-за чего происходили пропажи членов их групп. Однако к статье об уровне приложен весьма интересный документ. В нем говорится, что когда-то существовал некий секретный город, расположенный на территории России. Название его было «Земля-7». Мужчина, о ком идет речь в документе, работал на атомной электростанции. Жил ничем не примечательной жизнью, мечтая когда-нибудь уволиться и встретить свою любовь. В один день на станции обнаруживается утечка, и весь персонал эвакуируют. Наш главный герой решил не паниковать, и поэтому последующие дни всего лишь оставался дома, в то время как жители города покидали свои дома. А на станции вовсю работали пожарники, устранявшие возникший пожар.
Спустя несколько дней он все же решается выйти на улицу, где пустые улицы без людей и машин охватывало пламя. Его счетчик Гейгера сильно трещал, и тогда мужчина отправился в сторону станции. Дойдя до нее, он по-прежнему хорошо себя чувствовал. Тогда, войдя вовнутрь, мужчина сел около помещения энергоблока и стал повторять себе одну фразу о том, что ему стало лучше, постепенно сливаясь с окружением. Уровень минус 8. Бескрайние шахты, погруженные во тьму, мокрый пол с лужами грязи и иногда встречающимися трубами. А каждые сотню метров вас будет встречать развилка с 9 такими же туннелями. Данное место может показаться некой ловушкой, ибо каждая пещера ничем не будет отличаться от других. Однако на самом деле уровень скрывает в себе множество вещей, тайных комнат, комнаты многого другого. Дело в том, что необходимо знать последовательности развилок, в которых нужно входить в определенный тоннель. Какие-то из них приведут вас к туманным полям уровня 10, другие – комнаты, заполненные миндальной водой. Третьи же позволят найти лом и даже встретиться с загадочными сущностями. Это могут быть пристально смотрящие за тобой красные глаза, темные фигуры с длинными руками, убегающими в шахты с огромной скоростью, а иногда даже плачущую девочку, которая пропадает всякий раз, когда вы к ней подходите. Все же выход отсюда будет крайне сложным из-за прорванных труб в тоннелях и других проблем на пути. Однако, возможно, все страдания стоят того, ибо маршрут выведет тебя к уровню минус 9. Этот путь, вероятно, не слабо тебя вымотал, так что теперь ты наконец встретил это место. Тихая атмосфера, пронизывающая окружающую среду в этом богом забытом месте. Уровень минус 10, представляющий из себя детскую площадку в смутном состоянии темноты, окруженную лесом. Страшное место, в котором одиночество настигнет тебя в каждом углу. А в лес идти тебе точно не стоит, да и вещий страх оттуда сразу тебя остановит. Однако можно обнаружить узкие тропинки с протяженностью более чем на километр, обычно ведущие в подобные пустые площадки, а иногда в тупики. Только вот твои фонари, вероятно, погаснут, поэтому весь твой путь будет в полумраке. Из глубины леса будут издаваться визги, шелест, словно кто-то бродит около тебя. А среди деревьев в редких случаях могут проглядываться темные здания. Вот только добраться до них живым ни за что не получится. Тем не менее, на уровне ты абсолютно одинок. Иногда на перекрестке тропинки может стоять человек, пропадающий всякий раз, когда вы к нему подходите. На каждой площадке можно найти брошенную фотографию этого же места, на обороте которой встречаются разные подписи, спрашивающую тебя: «А помнишь ли ты того человека, наблюдающего за тобой? Помнишь ли ты старую хижину в лесу и то, что он все еще наблюдает за тобой? Он все еще рядом». Возможно, что-то существует ниже уровня минус 10, однако столь глубоко еще никто не спускался. Поэтому, если ты добрался в живых до этого момента, то тебе уже не страшна ни одна опасность за кулисье. Хотя, мне кажется, ты пропустил что-то. Загадочный уровень минус 3. Я уже выложил отдельный ролик про него, поэтому скорее переходи по ссылке в описании в наш телеграм-канал и подписывайся на него. Там выходит множество дополнительных материалов к роликам. А также поставь лайк этому видео и напиши в комментариях, какой уровень тебе понравился больше всего и показался атмосфернее. И, конечно же, до встречи в Backrooms. Хочу передать привет нашим бустерам.
Владермену, Михаилу Казакову, Редли Зару, кто прочитает тот натурал, Сирби и звериному отряду.